Всем привет! Мы в Анталии, и это 4-й день конференции. Сегодня будет очень мокрый день, но это не сезон дождей. Все участники конференции собираются в один из самых крупных аквапарков Европы. А вечером к нам присоединятся растущие менеджеры, участники конференции. А это без малого 500 человек. Уверен, мы прокачаем Анталию. А пока погнали в аквапарк! Отдыхаем, покатались на всех горках, на волнах, поэтому супер аквапарк просто волшебный, чувствуешь себя в раю. Так что, ребят, давайте, вас не хватает, следующий раз в Болгарию, мы должны быть вместе с вами. Нет, не страшно, новые эмоции, новые впечатления и новые звания. Спасибо большое. Головокружительное мероприятие компания устроила для настоящих лидеров. Здесь есть все. Даже на браслетах есть деньги от компании Reflame. Трать сколько хочешь. Вот так компания Reflame организовывает досуг своим партнерам. Ну что, мы продолжаем серию репортажей с золотой конференции. И такое ощущение, что все вокруг замерло. Потому что вот-вот в аэропорту Анталии приземлится 20 самолетов с менеджерами компании Reflame. Для многих это первая поездка за границу. Для некоторых даже первый полет самолетом. Интересно посмотреть на эмоции этих людей. А сейчас мы идем в пятизвездочный отель на первой линии Средиземного моря, где будут жить менеджеры компании Reflame.